Вот здесь. О, Горд, если бы я знал, что это ты, я бы тебя впустил. Все направляются к поверхности. Я думаю, они сошли с ума. Если мы останемся здесь, кто-нибудь обязательно придет и спасет нас. Правильно? Ты идешь туда? В одиночку? Да простит Господь твою душу. Я останусь здесь. Я не хочу пропустить спасательную команду. У этих крабов уникальная паразитическая стратегия. Вы не находите? В близлежащих районах. Выдан приказ о немедленной эвакуации всех жителей в радиусе 75 миль от объекта. На территории Ритула направлена группа военных для оказания помощи. Не забудь взять с собой запас еды, воду, одежду, аптечку, фонарик с запасными батарейками и радио на батарейках. Следуйте к аварийным выходам, которые были отключены.
Стопа! Одна из этих маленьких тварей прицепилась к голове моего приятеля. Нужно прикончить эту штуку до того, как... Эй, хорошие новости! Помощь прибыла! Подожди, эй! Какого черта? Отвали, отвали от меня! Тиба, я у тебя в долгу. Сейчас, давай открою. У меня есть кое-какие припасы. Можете взглянуть. Посмотрите, что вы можете взять с собой. Эй, ты это слышал? Ну и мерзкие же твари. Пошел. Энергия 15%. Небольшой разрыв обшивки. Небольшой разрыв обшивки. Энергия 15%.
Энергия 15%. Энергия 30%. Я слышал крики впереди. Ты первый. Твари прыгают. У меня мурашки по коже от этих тварей. Можешь потише. Счастливого пути, жалкий ублюдок. Я защищу эту область. Ждем. Буду охранять эту зону. Да, пошли. Блин, хреново! Твою мать! Эта штука разорвала их рвалосочки! Не думаю, что нам стоит здесь оставаться. Энергия 30%. Моя вина, Долина. С вами все хорошо? Еще хочешь? О, простите, док. На чеку, док. Минус один, и черт его знает, сколько их там. Тебе это нравится, а? Было неловко.
Когда я держу пушку вот так, то выгляжу круче. Нравится. Не забывай перезаряжаться. Отдышались? Небольшой разрыв обшивки. Энергия 25%. Давай я отойду. Хорошо, я знаю, что ты делаешь. Ты играешь со мной в молчанку. Извини, приятель. Двигаемся дальше.
Я думал, ты вот-вот скажешь что-то умное. Есть мысли о том, что здесь происходит? Перезаряжайся, док. Я только что слышал защищенную передачу. Прибыли солдаты. Они пришли спасти нас. Правда, я сомневаюсь, доживем ли мы до встречи с ними. Я останусь здесь. Земля доктору Фриману. Господи, что же мы наделали? Извини, док. Пожалуй, да.
Прошу прощения, доктор. Теперь скажите, что утешный хаос вздор. А, не важно. Энергия 15%. Энергия 30%. Ну что ж, ты хотя бы попытался. Хорошо, я готов. Было неловко. Ты хотя бы попытался. Не забывай перезаряжаться. Будь начеку, док. Чёрт, побери. Большой разрыв обшивки. Я побуду здесь, пока ты проверяешь, что там. Мы ведь не совсем заблудились.
большой разрыв обшивки. Безопасно. Я остаюсь здесь, день. Энергия 15%. Боеприпасы кончились. Состояние здоровья ухудшается. Большой разрыв обшивки. Внимание! Состояние здоровья критическое. Небольшой разрыв обшивки. Тревога. Пользователь при смерти. Thank you.
Энергия 15%. Боже мой, вы меня сильно напугали. Не рассчитывайте, что кавалерия найдет нас здесь, док. Мы должны выбраться на поверхность. Но все лифты вышли из строя. Можем пойти по лестнице. Не надо толкаться. Здесь, наверное, будет безопасней. Позвольте мне позаботиться о вашей ране. Ну, вперед! Вы думаете, это правильный путь? Хорошо, верно. Я буду ждать здесь и помогать всем, кто приходит. Сэр, я обеспечу защиту. Ошибки. Черт его знает, сколько их там. Держите свои руки подальше от этой пасти. У меня мурашки по коже от этой твари. Осторожно! Медицинскую помощь. Понял последнее объявление? Да, я буду защищать перечник. Хорошо. С меня достаточно. Спасибо. Уже иду. И не стесняйся говорить, если что-то понадобится. Эй, ты это слышишь? Я не смогу перепрыгнуть через шахту. У меня плохо с физподготовкой. Это значит, что я остаюсь за няньку? Думаю, мы задержимся ненадолго. Главное, разбегитесь хорошенько, шеф. Продолжайте идти. Я не могу больше держаться! Помогите!